потом оставьте, вы когда будете платить штраф, не тратьте. Потом тоже вы речь! Светлана. Если бы вас всех здесь не было, я бы отсюда вот так не вышла. Правда. И, ну, это ваше достижение, то, что... Ну, это-то понятно. Но то, что я выхожу отсюда не под конвоем, это спасибо вам всем. И просто вы не представляете, как я вообще вам благодарна, на самом деле. Вы что-то решили уже по апелляции? Конечно, позади апелляции, потому что, ну, во-первых, 500 тысяч как бы многовато, я считаю, для невиновного человека. Обжаловать можно? Нужно. Да, и все-таки мы будем рассчитывать, ну, еще большего признания моим виновным, чем просто отсутствие реального срока. Потому что я все-таки продолжаю настаивать, что в тексте не было оправдания терроризма. Когда я не оправдываю, я не буду оправдывать терроризм. И странно, что меня вообще в этом заподозрили. И я надеюсь, что компиляции скорее более убедительно. А мне за что зацепиться? Светлана, а вы будете заниматься журналистикой дальше? Да. Самый большой успех, что мне не запретили заниматься моей профессией. Отсюда вести, не создавать лишней работы. Погнали. Солнце.